Книга «Открытым оком», 14 том, тема «Молитва», вопрос 2845. «Почему, молясь Отцу Небесному, смотрим не на небо, а на землю?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вопрос поставлен не совсем верно. Мы молимся, смотря и на небо, закрываем глаза, когда совсем никуда не смотрим, а вникаем в свое сердце и в слышанные в храме слова. Марка 7:34. «И, возрев на небо, вздохнул и сказал ему: Еффафа, то есть отверзись». Лука 18:13. «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже, будь милостив ко мне, грешнику». 1 Тимофею 2:8. «И так желая, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Исайя 38:14. «Как журавль, как ласточка, издавал я звуки, тосковал, как голубь, уныло смотрели глаза мои к небу, Господи, тесно мне, спаси меня!» Не все так хорошо, как бы хотелось нам. Быть может, Авраам не раз о том подумал. Не сладко, больно, тяжко, нередко и весьма, но все же поступил в нужде предельно умно. На послушании нажил свой капитал, был другом Божьим даже наречен, Бог с ним заговорил, счастливый час настал, развязан Исаак, в огне не испечен. И все так хорошо. Истерт был в порошок, характер переплавил и пережег привычки, голос Иеговы не раз повергнет в шок, изменит даже имя, а с ним и все обличье. Не все там хорошо, где от горшка вершок, но всюду на своем стремится настоять. Сын Божий для того на землю к нам пришел, чтоб изгнанных из рая в нем поселить опять. Не все там хорошо, где денежный мешок диктует прихоти испорченной натуре, ни грамма алкоголя, ни гнити пасашок, у мачты наверху алкаш во время бури. Рыба ищет глубже, а человек где лучше, но это лучшее не сразу распознаешь. До полусмерти часто себя на том измучишь, пока до нужной пристани желание направишь. Совсем нехорошо, где на своем стоят, а Библия и Бог как бы не существуют. Там беды и потери нахально лезут в ряд, при галстуке удавки, в отглаженном костюме. Там хорошо, там ладно, довольство и зарплата, где есть совет со старшими, священником духовным. До свадьбы подозрением жених там не запятнан. Невесту враг не выманил сугубо в тихомолку. От Бога хорошо есть благодать Христова, одерживать победу не раз, а постоянно. Венцом украсят стол, пойти на это стоит. Родился человек не для червей и ямы. 7 ноября 2005 года. Игнатий Лапкин.